Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор очередной популярный набор инструмента, универсальный, так как имеет практически универсальную комплектацию. Набор профессиональный от компании GTC на 156 предметов. Поставляется набор в бумажной упаковке. Указана здесь комплектация набора, код согласно каталога H156C и производство Тайвань. Компания GTC изготавливает профессиональный инструмент. Очень крепкий и имеет положительные отзывы. По комплектации набора. В нижней крышке располагаются две трещотки с квадратом 1,2 и под квадрат 1,4. Трещотки на 36 зубьев силовые. Имеет такой флажковый переключатель реверса право-влево. Трещотки разборные. То есть, если вдруг полетит внутренняя часть трещотки, ее можно заменить и докупить, саму внутренность поменять. Весь инструмент имеет номер согласно каталога, надпись GTC и рукоятка комбинированная резина-пластик. Также быстрый сброс головки. Также трещотка под квадрат 1,4, 36 зубьев и комбинированная рукоятка. Далее шарнирный вороток. Длина воротка 36 см. Имеет ручку с насечками, то есть удобно лежит в руке. И также номер и надпись GTC. Очень удобная вещь для того, чтобы срывать гайки. Далее Г-образный вороток 26 см. Головки можно подсоединять как с этой части воротка, так и с обратной. Набор ключей шестигранных, Г-образных. Довольно он большой. Так, удлинители под квадрат 1,4. Три удлинителя 150, 100 и 50 мм. Удлинитель под 150 мм используется как Т-образный вороток. Вот такой переходник одевается. И получается Т-образный вороток. Этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/4. Это у кого есть еще дополнительно трещотки или воротки. Также есть удлинитель гибкий, также под квадрат 1,4 для труднодоступных мест. Удлинители под квадрат 1,2. 250 мм и 125 мм. Удлинитель под 250 мм. Также вот такой переходник есть. И получается Т-образный вороток. Можно использовать этот переходник для перехода также с квадрата 3/8 на 1/2. Молоток. Вес молотка 500 грамм. Длина молотка 32 сантиметра. Так. Два кардана. 1,2, 1,4 скреплены болтами, то есть винтами, правильнее сказать. То есть не проклепаны заклепками, а скреплены винтами. Так, есть переходник под биты, квадрат 1,2. Под квадрат 1,2 бит, конечно, здесь немного в наборе. 7 штук их. Одеваете биту нужную и можете использовать или с трещоткой, или обдевать вороток Т-образный, шарнирный, то есть тут выбор большой. Биты под квадрат 1,4 расположены в боксах пластиковых, здесь их намного больше, чем бит под квадрат 1,2. И шестигранные есть, и есть торксы внутренние. Есть торксы с отверстием, вот такие, шлицевые и крестообразные. Биты используются, есть отверточная рукоятка. Она может использоваться и с головками под квадрат 1,4, можете одевать. И также с помощью переходника можете вставлять сюда биту.
выбираете нужную вам биту и вставляете внутрь. Также эта отвёрточная рукоятка имеет квадрат. В рукоятке можно использовать трещотку, подсоединять или удлинитель. Это уже в зависимости от задач. Так, есть головки Torx в наборе. Самая маленькая головка E4 Torx. И самая большая E20. Здесь их 11 штук. Головок Torx. Длинные головки. Самая маленькая 6 мм. И самая большая на 22 мм. Длинных головок 13 штук. Весь инструмент, как я и говорил, имеет номер согласно каталогу. Надпись GTC. И вот головка, здесь указан размер. Три свечные головки на 21 мм, 16 мм, имеет резиновые вставки внутри. И также в наборе есть 12-гранная головка на 14 мм. Это особенности наборов GTC, в них присутствуют такие головки на 14 мм, 12-гранные свечные. Так, головки шестигранные в наборе обычные 32 штуки. Самая маленькая головка на 4 мм. И самая большая 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 211 грамм. Головки полуглянцевые, полуматовые. Так, в нижней части все по инструменту, переходим к верхней. Верхний у нас довольно большой набор ключей комбинированных, 17 штук. Самый маленький ключ 6 мм. И самый большой ключ на 24 мм комбинированный. Также все имеет надпись GTC, Auto Tools и номер согласно каталогу. Почему я повторяюсь постоянно про надписи? Потому что спрашивают, есть ли надписи на том или ином инструменте из набора. Поэтому я уже сразу все показываю, чтобы потом не было вопросов клиентов при заказе. То есть имеет надписи GTC на каждой единице инструмента. Далее клещи с зажимом. Вот есть. Также в наборе длина клещей 225 мм. Так, пассатижи 185 мм длина. Пассатижи, хоть они и 185 довольно длинные, но они какие-то очень компактно сделаны. Видите, то есть. Они не широкие, они узенькие и довольно удобные. Рукоятки здесь пластиковые идут. Так, кусачки. Кусачки 165 мм. Также очень компактные. Инструмент хорошо защелкивается в крышке, что исключает выпадание при закрывании. Так, набор ключей разрезных. В основном используется для трубопроводов. Здесь 4 ключа. Размеры 8-10. 11-13 ключ, 12-14 разрезной и самый большой это 17-19. Набор отверток. 7 отверток в наборе. Швейцарские. Здесь 3 отвертки. Они обозначены синим цветом. Вот самая маленькая идет. Рукоятка резиновая. И со стороны верхней рукоятки имеется обозначение размера.
отвертка шлицевая, которая самая большая по размеру в наборе, она идет ударная. Отвертки крестовые. Здесь их 4 штуки, они обозначены красным цветом. Имеется ударная крестовая. И отвертка самая большая, она силовая обозначена. Видите, здесь шестигранник специальный. Также имеют маркировку на ручке обозначения. Набор Кернер и Зубил в пластиковом держателе. Также в другой раз очень нужная вещь. Также имеет номер согласно каталога и надпись GTC. По комплектации набор рассказал все. И покажу вам сам кейс для хранения, так как набор. Набор большой. Кейс для хранения. Кейс из пластика. Пластик жесткий. И габариты самого кейса. Ширина 56 см, длина 41 см. Высота кейса составляет 11 см. Запирание кейса на 4 защелки. Защелки металлические. Вес набора составляет 15 кг. То есть набор нелегкий. Ну и соответственно комплектация у него довольно богатая. Надпись на кейсе GTC Autotools Made Taiwan. На крышке кейса скреплены металлическими вставками. То есть состоит кейс из двух частей. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте комментарии. До свидания.